Совет директоров «Газпромнефти» рассмотрел и утвердил программу инновационного развития компании до 2020 года. Для достижения стратегических целей «Газпромнефть» использует инновационные технологии, предлагаемые ведущими отечественными и международными компаниями, а также разрабатывает принципиально новые решения совместно с ведущими российскими научно-исследовательскими организациями и вузами. Кроме того, приоритетными направлениями инновационного развития являются разработка и внедрение технологий увеличения нефтеотдачи на существующих месторождениях, эффективной разработки трудноизвлекаемых запасов и добычи нефти из нетрадиционных источников. Что касается переработки, то в компании проведена большая работа по повышению ее технологического уровня. По сложности заводов определяется по индексу Нельсона, «Газпромнефть» является одним из лидеров России. А по уровню выхода светлых нефтепродуктов занимает первое место среди российских компаний. При этом производимое топливо соответствует самым высоким экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. Внедрение инноваций – обязательное условие для повышения конкурентоспособности любой современной компании, рост ее производственных и финансовых показателей, сокращение воздействия на окружающую среду и улучшение качества жизни людей. Формирование программы и активное использование технологических новинок создаст «Газпромнефти» прочную базу для достижения целей, определенных в стратегии до 2020 года. В частности, почти пятая часть добычи компании будет обеспечиваться за счет применения инноваций, а показатели наших перерабатывающих предприятий будут находиться на уровне лучших западных компаний, отметил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.